Самокат.ру представляет Клюсов Файн Скутер. И всем привет! С вами магазин Самокат.ру, и сегодня будет у нас обзор колес Файн Скутер от фирмы Файн Скутер, серебряный голубой. Это обычные стандартные колеса, диаметр 110. И они подойдут для самокатов, ну, которые катаются, ну, самокат для начинающих. Бывает такое, то, что подойдут даже для средних. Так-то они подойдут на любой самокат, но желательно для райдеров, ну, такого уровня. К примеру, маленького очень. Ты умеешь вип, два випа. Умеешь там 180 в инете, умеешь хеллкап, умеешь миру хил, умеешь практически всю базу. И вот, и эти колеса для тебя прям подойдут. Но если ты уже там, к примеру, катаешься очень хорошо, делаешь там бэкфлипы, всякие разные там брои, баттеркапы, то эти колеса не советуются. Тем более, если вы катаетесь на каком-то парк-самокате, потому что они достаточно весистые. А так-то я советую их для новичков. Подшипники у них, по сути, хорошие даже, можно сказать. Но если на них кататься под дождем, то тогда у них будут плохие колеса подшипники. Но вот, к примеру, приведу пример. Вот есть колесо обычное, да? Вы на нем катаетесь, да, катаетесь. У вас все хорошо с подшипниками. Они как бы смазаны. Вот. А если вы катаетесь под дождем, не смазанными подшипниками, и у вас там очень много песка, то тогда вашим колесам будет не очень хорошо. Потому что когда вы будете ездить, у вас просто будет колесо хрустеть, нюхтить и все так далее. И даже плохо ехать. Но если у вас, получается, вы не катаете под дождем, смазываете их хотя бы раз в неделю, ну или раз в месяц, то тогда, мне кажется, эти колеса продержат очень долго. Эти колеса Файн Скутер мы продаем в нашем магазине за 2500 рублей. Они идеально подходят для новичков в парк. Иногда даже в стейт. Почему я говорил, вот вы спросите сейчас, а почему я говорил то, что в парк они навряд ли подойдут? Я говорил именно то, что они не подойдут для прорайдеров в парк. Потому что прорайдеры делают очень хорошие такие трюки. И, к примеру, в бетонном парке прорайдерам они легко снапнут. В деревянном парке это... Ну, навряд ли у кого такие есть парки. Если даже есть... то тогда, что могу сказать, тоже могут снапнуться легко. Вы, к примеру, едете и случайно хотите дропнуть. Берется колесо и снапается. Бывает, даже если вы задеваете как-то колесо, бывают приземления такие, бывает то, что вы не выдержали, и у вас нервы просто сдали, и вы выкинули самокат, и колесо просто бетон снапнулось, либо подшипники, что-то там конец, ну, так далее. А если вы новичок, вы еле как его снапнете, потому что если вы два випа в квотере ставите, им вообще будет по кайфу. Ну, если вы делаете там дропы разные, то тогда они тоже немного подойдут. Потому что именно спицы их, очень их много. И сами колеса, по сути, подходят именно под катание, именно с горки. Потому что соты, у них такой накат слишком маленький. Они более легкие, их советуются в парк, эти даже немного в стрит. Потому что в стрите вы просто катаетесь, делаете мэнл, хил, там все такое. Ну а так-то всем советую эти колеса, очень хорошие, качественные. Получается,
Покупайте в нашем магазине самокат.ру. Всем удачи, всем пока.